Выпечка из кулинарии, мини-пицца, пирог рыбный, сосиска в тесте, булочка с маком, сыр шоколадный, оливье салат, ну и компотик, чтобы запить все эти дела. Всем привет, друзья. Приступим. Салатик и оливье что-то не очень много. Взял. Другого тут много. Давайте спецухина. Сегодня у нас 25 октября, время 10:34. Снимаю мукбанг очень рано. Должны газовики прийти с часу до трех. И эти, как его, из управляшки еще счетчики смотреть, ну, на воду. Прям в один день. Часу до трех дня должны прийти, так что проснулся я сегодня рано, уже сгонял в магаз. О, 10:30. Снимаю мукбанг. Это все из одной кулинарии. Не. Выпечка очень вкусная. Сегодня приходите на стрим в 17:00, если получится запустить, конечно. Не будет лагать ничего. Не запустить-то получится, а как он будет лагать, не лагать это. Вчера тестил нормально все. Вчера же даже на две площадки запускал стрим. В закрытом режиме, конечно. Хотя нет, на Твиче вроде не закрывал, видно. Короче, на Твиче и на Ютубе. И нормально, ничего не, никаких лагов нету. Битрейт уменьшил. То есть не знаю, сегодня как будет. Ну а завтра алкострим будет. Тоже не знаю, классический. Субботний алкострим. Сегодня, скорее всего, трезвый будет. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Сколько по мазухе, да? Нормально. Рыбный пирог с горбушей.
Смотри, сколько рыбы. Ой. Руки не держи. Слабый стал. Руки не держат пирог. Ну, прям увесистый. 140 рублей стоит. Не слышу, сколько рыбы. Нормально. Горбуша и пироги самые топовые. Если для меня. Потом идет с капустой, с картошкой, с мясом на последнем очереди. Ну, где-то на последнем месте. С луком и яйцом еще. С мясом чебуреки классные. Вот именно. Консистенция вот такая вот это. Хрустящее тесто. Вот. Вот. В таком виде чебуреки только. Я пробовал чебуреки с курицей, с той же рыбой. Не топает, да. Пироги уши с рыбой. Ну, понятно, что такое дорогое-то. Горбуша ведь. Не абы что, правильно. Горбуша, рыба олигархов. Правильно? Неправильно. Давай продолжаем рубрику. Такая булочка. По нормулю сейчас сделаем, да? Чтобы нормуль был. О, так вот. Стесняться-то пожирнее. Чем жирнее, тем вкуснее. Супер, это плавленый сыр. Вообще бомба просто. Надо будет попробовать карамельный как-нибудь. Обязательно. Такую красоту пробую. Самый смак. Плюс с маком, да? Булочку с маком. Я бы сейчас булочку с маком. И девочку. Есть такая поговорка. Не тема. Всем рекомендую. Кто любит сладкое. Такой десертный. Сыр карат просто. Можно с печеньем, можно с хлебом. Можно с булками. Да.
Подавился. Можно с пряниками. Ну, если пряники не сильно приторно сладкие. Еще. Вот давай. Вот так вот. О. По нормулю вот так вот. Опа, все. Вот это нормуль чембом будет, да? Нормально. Если честно, я бы еще что-нибудь забодал бы. Что-нибудь еще какую-нибудь выпечку, что-нибудь. Да ладно, не будем переедать. Переедание это вредно. Или нет? Кому как? Блин, так и охота еще ложечку. Еще вот так ложечку. Оставим для следующего мукбанга. Не знаю, может этот тульский пряник купить, на него, короче, намазать. Не знаю, с чем еще попробовать. Именно вот этот сыр. Сметанник какой-нибудь. Ну что, все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто у нас где просто бомба, в общем, как всегда.